Торт российского производства упакован в пластик частично прозрачный с ужасным составом, как вы видите, и написан на только русском языке. Вес 1,5 килограмма, красиво оформлен коржами, самим кремом белым и, конечно же, орехами с фруктами различными, которые являются самой вкусной его частью, так как, собственно, ощущения от него суховатые, аромат приятный, крем не натуральный, но очень-очень нежный. Могу рекомендовать, но чисто на праздники. Также он удобен в плане разреза на отдельные порционные кусочки. Скажу так, приятно, не полезно, интересно. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, конечно же, или дизлайки, если что. И спасибо, ждите новые. Торт российского.